Здравствуйте, дорогие друзья. Обсуждаем Украину. Очень много новостей у соседей. Ну, начнем с того, что никак кандидаты в президенты не определятся с дебатами. То появилась информация о том, что господин Порошенко пытался их перенести на 14 число. Зеленский отвечает, что он готов только 19-го. Так до сих пор пока вот перед нашим выпуском нет определенности, когда они все-таки произойдут. Ну, есть надежда, наверное, у избирателей украинских, что это будет, но, тем не менее, пока факт остается открытым, тем не менее, само желание Порошенко перенести выборы о многом говорит, на мой взгляд, мы это дело все обсудим. Ну и главное, это, конечно, появившаяся информация, она еще не официальная, это некий американский сайт, который ссылается на свои источники, говорит о том, что ФБР якобы ведет расследование против Коломойского, обвиняет его, подозревает его, вернее, в том, что он якобы отмывал деньги на территории Соединенных Штатов. То есть именно поэтому им занимается ФБР. Еще раз повторю, это неофициальная информация, которая появилась в интернете, но она активно сейчас обсуждается. Ну и, безусловно, это очень важный момент. Это желание отдельных депутатов Рады создать межфракционную группу, которая будет объединение даже называться «За Зеленского». То есть депутаты пытаются, правда, вот вице-спикер Рады Ирина Геращенко не дала Виталию Куприю это заявление сделать официально в стенах Рады. Но, тем не менее, то есть политическая борьба накаляется перед выборами, и явно, что все самое интересное еще впереди. Евгений Спицын у нас в гостях. Евгений Ильич, здрасте. Как вы оцениваете вот эти все новости, всю обстановку на Украине сейчас? К чему бы это? Почему Порошенко вдруг решил перенести дебаты, ну, желание у него такое есть, на 5 дней раньше. Он оседлал волну какую-то, чувствует, что пора действовать. Да нет, ничего он не оседлал. Слушайте, это клоунада продолжается. Она до этого была клоунада, сейчас клоунада. Им надо постоянно просто поддерживать некий информационный фон. Потому что предметно говорить о чем-то конкретно. Какие будут налоги, какая будет промышленная политика, какая будет аграрная политика, внешняя политика. Они не могут. Поэтому они сейчас вот забавляются подобного рода вещами. То же самое касается, например, вот телодвижений в той же Верховной Раде. Да? Но это называется по-русски крысы бегут с тонущего корабля. Вот и все. То есть вы считаете, что это знак? Ну, конечно. Они просто прекрасно понимают, и Зеленский прекрасно понимает, что в предстоящих парламентских выборах ему нужна какая-то опора депутатская. Вот. А они уже тут на перегонки бегут и подставляют плечо и говорят, я лучше, выбери меня. Мы уже готовы. Ну, конечно. Тут я хотел бы вот на что обратить внимание. У нас как-то это прошло мимо такого вот информационного... Значит, поле. Если мы посмотрим вот на расклад сил по голосованию. Говорят о том, что, дескать, вот голосование за Бойко, там, голосование за Зеленского, это свидетельство того, что на Украине довольно сильные пророссийские силы и так далее. Я бы не стал бы заниматься маниловщиной. Я еще раз посмотрел весь вот этот спектр голосования. Смотрите, проголосовало 19 миллионов человек. Угу. Ну, там чуть меньше, но в целом 19 миллионов человек. Я убираю сейчас Вилкула и Бойко. Это порядка у них 15%, чуть больше. Значит, суммарно это где-то 3 миллиона человек. Да. А если вы возьмете тех, кто голосовал за Порошенко, за Тимошенко, за Лешко, за Снежко, за Гриценко, это вот такой вот... Ну, это националистический больше. Да, ну, естественно. Это антироссийский, такой националистический во многом электорат. Вы Лешко да. сказали? Лешко, да, конечно, да. Вот это вот начинает Порошенко, Тимошенко, Бойко пропускаем, дальше идет по голосам, по-моему, Гриценко, бывший министр обороны в правительстве Ющенко, ярый националист, причем убежденный националист, не ситуативный, он еще тогда показал ху из ху. Дальше Снежко, дальше Лешко. Вот посмотрите, у них суммарно получается как? 3 700 000 голосов. Плюс там еще, значит, 3 миллиона и 2,5 миллиона. Это 5,5. Суммируйте, сколько это получается. Они в два раза практически перекрывают
значит, голоса, поданные за Зеленского. И потом вы имеете в виду, что за Зеленского не все пророссийские голосовали. Там во многом был протестный электорат. Это не значит, что там все сплошь и рядом, значит, симпатизанты России. Ну и дальше я... То есть я хочу сказать, но при этом посмотрите, как ведет себя Россия. Вот меня удивляет вообще... А как ведет себя Россия? А меня удивляет... Слушайте, либо мы вообще отстраняемся от украинских... Мы обсуждаем активно украинские события. Нет, я имею в виду, значит, правящие круги. Либо мы вообще отстраняемся и никоим образом на них не влияем и не комментируем, либо мы тогда занимаем какую-то довольно внятную позицию. Извините меня, там какой-то посол на Украине говорит, за кого голосовать, Волкер говорит, за кого голосовать и так далее, и так далее. А мы до сих пор не определили свою позицию. Будем мы признавать эти выборы, не будем мы эти выборы, ну и так далее, и так далее. Песков сказал о том, что мы готовы вести переговоры с президентом, который выберут люди, который будет желать вести эти переговоры, а не заниматься провокациями, как делает Порошенко. Слушайте, какую еще позицию мы должны обозначить? Ну, это не позиция, понимаете? А какая должна быть? Ну, потому что, говорят, кого выберут люди? А вы что, не видите, что собой представляют выборы? Это что, честные, транспарентные, открытые выборы? Ну, а вот выборы, в которых Евгений, не учат... Вы смотрите, вот вы сами сказали, что вот такой расклад, который официальный, ну так насколько он отражает реальность-то? Вот так, в чем вопрос. Так в том-то и дело. Послушайте, огромное количество может, людей... Может, там реально людей гораздо больше, которые симпатизируют России, на самом деле. Так слушайте, так давайте тогда послушайте. Что делали, например, когда присоединяли Крым? Путин же сам говорил об этом. Что они провели тайную социологию. И во многом опираясь на эту тайную социологию, были приняты все последующие решения. Что тогда вам таким же образом мешает провести такую же социологию, например, на левобережной Украине? Но вы почему-то ее не проводите? Тогда давайте реальную картину-то. Мы ждем выборы. Николай Николаевич, мы ждем выборы. Что скажете? Вот это вот желание перенести... Давайте к дебатам вернемся пока все-таки. Пока украинскими вопросами будем заниматься. Перенести, это что-то знак? Или вот Евгений считает, что это просто они фон создают? Или это какая-то хитрый ход Порошенко в данный момент? Да тут ничего хитрого нет. Но я, правда, не согласен, что это клоунада. Зеленский — это попка-дурак и мечтательный кокоду, понимаете? Вот он сделал все, чтобы дебаты вообще не состоялись, понимаете? Там кровь заставил сдать, там на наркотики еще что-то. Тимошенко пытался в арбитры заполучить, который против Порошенко. И, конечно, он хочет отсрочить дебаты до конца, чтобы разгром его на этих дебатах, а он не минует. А почему это он разгром? Потому что он придурок просто, понимаете? И что он вам может сказать? Он встречался с западными послами. Так, те были просто... Давайте парламентские выражения. Он все-таки кандидат в президент. Ну и что? А может даже и президент. Гитлер, между прочим, был кандидатом в рейхсканцлеры. Что, теперь его хвалить, что ли? Ну, хорошо, давайте дальше мысли. Понимаете, он встречался с западными послами. Там все были в шоке, потому что он не знает ничего. Не потому что он пророссийский. Они боятся, что он не удержит власть. Исходя из этого, да, я за то, чтобы эти выборы закончились вот с минимальным разрывом, чтобы ни одна страна результатов не признала. Чтобы люди, и те, и другие, вывели людей на улицы в этих условиях, как в 2014 году, юго-восток Украины смог бы самоопределиться. Он и тогда бы самоопределился. Помните, было заседание местных органов власти Юго-Востока в Харькове. Ждали Януковича, он не приехал просто, да, струсил. Теперь надо провести то же самое. Юго-Восток голосовал по-другому, чем остальная Украина. Он всегда... Ну, это так... вот сейчас данные показывают. Он всегда так голосует. Поэтому, на мой взгляд, социология не нужна. Мы должны готовиться к тому, чтобы вот этот Юго-Восток взять под свое крыло. В результате, согласен, выборы не признавать. Для этого масса вещей. Наблюдатели ОБСЕ от России не пустили 4 миллиона человек там запретили. Сами наблюдатели ОБСЕ от других стран говорят, что там куча нарушений. Ну о чем и речь? Ну что, вот опять будем реабилитировать и с тем идти. Но Зеленский, да, сказал, я буду вести переговоры. Но условия, что мы все получим обратно, еще и компенсацию. Не, вы знаете, Зеленский что сказал? Переговоры, будем вести переговоры, извините, я вас перебиваю, в присутствии западных представителей. Вас что, это что, суверенной страны представитель? Глава а какого черта вообще? Мы согласились на нормандский формат? Мне вот интересно, к Донбассу Франция какое имеет отношение? Ну давайте вот в Бельгии, Фламандцы, Валлоны. Они, зачем тогда Янукович им верил? Франция, Германия, он Янукович, бы сказал, ребята, идите отсюда вообще. Меня сейчас интересует российская позиция. Вот в Бельгии, например, между Валлонами и Фламандцами проблемы. Но у нас что-то не зовут их решать. Я не знаю, нет ли у Берецкого формата по решению бельгийской проблемы. Надо убирать, если Зеленский хочет с нами говорить один на один. Ну только что он скажет-то вам опять? Компенсацию? Он не хочет один на один, он хочет с представителями. Ну, так о чем вы речь? А вы,
он человек, который продлит агонию бандеровского режима, потому что пока с ним разберутся украинцы, да, поймут, что он такой же, то говорите, чего вы обзываете? Да у него вся команда состоит из бывших министров Порошенко с западным гражданством, которых даже Порошенко выкинул за их человеконенавистические реформы. Ну а он да что сделает? Ну да, вот все те же да самые персонажи. А если выберут Порошенко с небольшим разрывом, это никто не признает, естественно. Люди выйдут на улицу, тогда этот кошмар, который начался не в 14-м, а в 91-м году, тогда он закончится. Вы за Порошенко, я так понимаю, Михаил Иванович. Ну, чем хуже, скажете, тем лучше. Тем хуже, тем лучше для нас на Украине сейчас. Вот так Николай Николаевич считает. Знаете, для капитана, у которого нет цели, никакой ветер не будет попутным. Это мы знаем, это вот к чему. А это я к нам. К нам. И не только к нам. Вот тут все говорят, да, мы будем, как, ну, на Украине говорят, да мы все будем с Западом, с Соединенными Штатами Америки. Ребят, вы будете с кем? С Волкером или с Трампом? Выбирайте. Они друг с другом воюют. У них разные позиции. С каким Западом вы хотите? С каким Западом вы хотите быть? Украина – это страна, которая целенаправленно. Это была их ее такая принципиальная позиция. Да, она не просто местечковая, она такая... в масштабе хутора, да, они даже вот Киев довели до масштаба хутора. И по этой причине они такие деликатные тонкости, как мировая политика, как еще чего-то, они не воспринимают. И по этой причине для них слова «мы там с Вашингтоном», «мы с Брюсселем», они носят символический характер, они не понимают, что за этим скрывается. Что несколько Вашингтонов есть и несколько Брюсселей. Что уже есть несколько Вашингтонов, что уже есть они не понимают, Брюссель, Париж и Берлин, а есть еще Лондон, который с ним, ну, короче говоря, там все сложно и тонко. Кстати, одновременно, буквально позавчера, спикер парламента Словакии объяснил, что он не желает, чтобы американские войска присутствовали на территории страны. То есть, это он правильно считает. Молодец. С нашей точки зрения. С нашей точки зрения. И, может быть, с точки зрения Трампа. А с точки зрения руководства НАТО он считает неправильно. Вот вся проблема состоит в том, что мы пытаемся описать то, что происходит на Украине, с точки зрения той картины, которая была в 90-е и 2000-е годы, когда мы поддерживали всю эту вакханалию. Но я очень хорошо помню, да, как мы поддерживали все российские олигархи. Подавляющая часть чиновников правительства, подавляющая часть, такой, вся вот эта вот свора либеральная, вся поддерживала... Слушайте, у нас сегодня какой-то эфир... Вот. Давайте без эпитетов, пожалуйста. Хорошо. Давайте вот. Вот. Ну как? Дипломатично. Хорошо, дипломатично. Да, хорошо. Как называть, хорошо, либеральная часть российской элиты? Определенные группы политические. Определенные группы. Связанные с именами Гайдара, Чубайс, Кудрина, Набиуллина. Мы вашу позицию знаем. Давайте по делу. Ситуация меняется. То есть вот вся та картина, которая сегодня складывается, и в которой сегодня живут украинцы, ее через год уже не будет точно. Поэтому вопрос. Ну, Или не будет. Да, будет другая. Я думаю, раньше не будет. Оценки будут другие. Так, а армагеддонисты вы здесь? Нет, я же не говорю, что это будет ужасно. Это, может быть, будет с нашей точки зрения. Я просто имею в виду, что вы намекаете на Армагеддон, который случится на Западе. Мы все умрем вместе. Если бы вы сегодняшнюю позицию Трампа рассказали бы в Вашингтоне 3 года назад, да, они бы сошли с ума. Ну, здесь вы правы. Такая же по масштабу картина произойдет в Киеве и на Украине в течение ближайшего года. И по этой причине, если мы хотим как-то повлиять, то мы должны себе представлять, какая картина может быть и как на нее можно повлиять. А не оценивать, кто из этих двух персонажа, да? Что и как они будут? Они бессмысленные существа, да? Вы меня еще ругаете. Давайте, Михаил, ну серьезно. Нет, я абсолютно серьезно. Они... А то придется вас выселить из студии. Они фронтмены. Мы же, в общем, никаких нецензурных слов мы не произносим. Да, хорошо. Пока. Они фронтмены. В отличие от других каналов. Ну, лица, да, некоторые программы давно запущены. Так получилось, что стал Порошенко.
А до этого были другие. То есть вы считаете, что Зеленский никаким новым фронтменом не будет, он будет вести те же песни, что вел Порошенко. А сколько еще будет вилять, мы будем терять на этом время, а поддерживать, опять газ давать им дешевый и так далее. У Зеленского есть проблема, очень серьезная. Он никакой аппаратчик и управленец. Может, ну, так потенциально... есть помощники, вон министры там бывшие. Это невозможно. В условиях... Ну, вы сказали, да, что там министр. В условиях острого кризиса человек должен принимать решение самостоятельно. Я просто видел, как это было в 90-е годы. Как только первое лицо, неважно, в министерстве, в правительстве, в стране, по какой-то причине самоустраняется, ситуация идет... Вот к Зеленскому можно, пошепчут, можно. А он не устранится. А он, шепчут-то разные люди. Я Евгеньевич. Вот с Михаилом здесь соглашусь, абсолютно правильно. Дело в том, что если мы рассматриваем ситуацию стабильную, спокойную, то, конечно, можно иметь во главе государства и Леонида Ильича Брежнева образца 1982 года. Вот я хотел сказать позднего Брежнева. Конечно. Потому что начальный и средний был очень даже ничего. Потому что там работала система. И кто стоял во главе этой системы, было не так важно. Когда речь идет о кризисе, причем кризисе глобальном, который касается экономики, социальных отношений и политики, идеологии и так далее, здесь, конечно, вот так на дурачка не проскочишь. И здесь абсолютно справедливо было сказано, что у Зеленского как таковой нету команды. У Зеленского не только команды нет, у него еще в голове нет картины мира. Да. И по этой причине... У него в голове сериал «Слуга народа». В этом месте такое он может послушать одного, в этом месте послушать другого, в этом третьего, не понимая, что эти три решения друг другу противоречат. Конечно. И они немедленно вызовут очень острый конфликт. То есть здесь, вот условно говоря, почему там Сталин умел играть, так сказать, с англичанами, которые весь там 18-19 век, что называется, крутили всеми, как хотели. А потому что у него был колоссальный опыт. У этого человека этого опыта нету. И его просто так, знаете, щелчком пальца не приобретешь. Невозможно. Я думаю, что здесь вот в чем дело. Почему американцы, например, себя ведут довольно так вяло. Они уже поняли, что Украина это дохлая кошка. Что она уже не прыгнет никуда. Что нет, но что это дохлую... Вся Украина современная, это проект антитрамповских американских элит. Но не хочет Трамп с этим возиться, потому что это не его. Для него, если все-таки действительно ФБР ведет расследование, это же вмешательство. Сейчас, давайте я договорю, может, я заблуждаюсь, конечно, понимаете. Вот представление Трампа или администрации Трампа, так скажем, да. Украина это дохлая кошка, бездонная прорва, где все погрязло в коррупции, т.д. и т.п. И сейчас как можно в данном случае надорвать, там, условно говоря, или оттянуть ресурсы России? Не удалось, например, втянуть Россию в войну на территории Украины. Давай мы ее, значит, вот так вот пойдем. Откуда? Вот так вот это как? А вот в том числе, чтобы мы опять содержали Украину, чтобы мы поверили в сказку, что придет новый человек, с которым можно, дескать, запустить какой-то новый Минский процесс, опять начать переговоры, правильно? Это было видно уже давно, как только они поддержали Зеленского, американцы, реально, невольно. То есть вот эти статьи против Порошенко, недовольство коррупцией и так далее. Сейчас еще будет информационная атака соответствующая, то есть все информационное поле будет выстраиваться в этом, что, дескать, а почему себя Россия ведет подобным образом? Пришел новый человек с новыми идеями, он готов говорить, он готов на переговоры. Присутствие иностранных представителей. Да, ну неважно, понимаете, потом надо иметь в виду, что у нас тоже Жириновский, ведь когда с Путиным идет там на спарринг во время президентских выборов, он такой антипутинист, что мама не горюй. Как только выборы прошли, первый, кто, значит, голосует за все... Евгеньевич, давайте без личности. Нет, но я просто... Давайте по сути. Я вам по сути говорю, что то, что люди говорят во время предвыборной кампании, можно довольно часто, и надо довольно часто делить там на 25-26 и так далее. Сейчас я договорю просто минуточку, да? Поэтому я еще раз говорю, что здесь вся эта ситуация с Зеленским, для украинцев она понятна, это протестный и т.д. и т.п. А для нас не надо строить иллюзий.
Он нам не товарищ, не друг и не соратник. Понимаете? Ну, а почему бы с ним не вести переговоры, понимая все вот это? О чем переговоры? Ну, не знаю, запустить Минский процесс заново все-таки. А он будет его запускать. Слушайте, это... Послушайте, ну, я как вопрос задаю. Я прошу прощения. Во-первых, с украинцами договариваться вообще ни о чем нельзя. Почему это? А потому что они сами говорят, там где два хохла, там три етьмана. Понимаете? Ну, это поговорка. Нет, а эта поговорка-то, она имеет реальную историческую основу. Вспоминайте руины 1657-1687 год. Так. Целое 30-летие шла борьба, значит, левобережных и правобережных гетьманов друг с другом. И в результате сами украинские историки называют этот период руиной. Потому что было уничтожено все, что можно было и нельзя. Только ради борьбы за власть. Точно такая же ситуация сейчас складывается и на Украине. То есть вы считаете, что это опять борьба левобережных, правобережных, ну, то есть исторически? Ну, гетьманов, условно говоря, да. Ну, то есть исторически это все повторяется. Знаете, Маркс в свое время говорил, что история повторяется дважды. Правда, один раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса. А вообще-то она развивается по спирали. А знаете, есть одна удивительная штука. Если вы посмотрите границу, ну, условно говоря, либеральных и консервативных настроений в Польше, то вы увидите четко совершенно границу Российской империи. Ага. А если вы сегодня посмотрите на количество мечетей в Германии, вы увидите границу ФРГ и ГДР. Ага. Нет на территории ГДР мечетей практически. Так что настроения людей, они сохраняются очень долго. Конечно. Если вы их не память. Переселяете... Это память наследственная, семейная, ну, если вы их не переселяете. Да. Да. Так вот, если вы посмотрите на вот эту историю с переносом дебатов, вы никогда не видели мартовских котов, которые вот стоят неподвижно и орут. Да? Почему они стоят неподвижно? Потому что любой, даже если он лапу чуть-чуть назад сделает, это будет признак того, что поражение. Он выступает. Да, совершенно верно. Порошенко пытается инициативу, в эту психологическую инициативу взять. Неважно, что будет на дебатах, неважно еще что-то. Там нету содержания. Ни у того, ни у другого нету никакого плана. Они в чистом виде ведут некоторую старую линию, про которую уже понятно, что она конечна во времени, что она там еще чего-то, что ничего хорошего там быть не может, никакой перспективы. Но логика очень простая. Надо ее дотянуть до такого состояния, чтобы можно было втихаря сбежать. Давайте, Николай Николаевич, я не вижу другого дадим варианта. Слово, а то как-то приуныл, по-моему, и так хитро улыбается. Можно про мечети в Германии. Говорите, говорите, ну дураки же вы все, да? Как это в поговорке говорилось. Что все-таки, как вы считаете, есть ли нам смысл поддерживать одного из кандидатов более ярко, как вот Юрьевич говорит. Вот надо вот выйти и сказать, мы вот за нет, это. Нет, не поддерживать, я говорю, определиться. Причем поддерживать? Это не обязательно речь идет о том, что надо кого-то поддерживать. Надо позицию четко заявить. Хорошо. Позицию надо четко заявить. Нет, сейчас заявить. У нас хорошая позиция. Еще кто бы ни победил. Главное, чтобы был небольшой отрыв. Выборы никто не признает там. Вне зависимости даже, чего Песков по этому вопросу думает. И страна будет находиться в состоянии таком же, как в феврале 2014 года. И здесь вот надо не оплошать, как тогда. А почему вы уверены, что так все будет происходить-то? А почему? Я, если, скажем, практик и дипломат, я не ученый. А почему, если это происходило уже? Разве это не происходило? Ну, так вы свои аргументы разверните. Разверните. Сначала было восстание в феврале 2014 года против Януковича. Да? Янукович слился, пошло восстание на Востоке против этой бандеровской власти, слившей Януковича. Вы что думаете, это куда-то делось, что ли? На Донбассе, несмотря на огромное присутствие украинской военщины, победили-то пророссийские кандидаты. Они набрали там за 70% голосов. Снизили им. Да, что сбавить. Еще нужно, собственно говоря, вообще? Нам надо действительно быть готовым к этому. Я хочу подчеркнуть, чтобы в Кремле не думали, действовать придется. И лучше к этому быть готовым, понимаете? А что значит действовать-то? Танки вводить, как да почему там? Сегодня говорилось? Хорошо, Жириновского такой вспоминали. Он там предлагал на Киев танки отправлять. Там, да, зачем брать эту Украину? Сколько погибло людей при воссоединении с Крымом? Ну сколько? Один. Дальше. Сколько не погибло? Мы не помогли Донбассу. Не помогли. Сколько погибло людей?
А между прочим, там, когда все это начиналось, украинские части говорили, вот дайте сигнал, мы с вами на Киев пойдем. Только мы хотим знать, что Москва за нами. Москва не за ними. Результат известен, правда? Не просто убитые люди, а еще кризис, из которого толком вообще никто не знает, Николай какой Николаевич, но это же война между двумя государствами была бы. Вы не представляете, что какие последствия могли бы потом? Нет, если бы мы... нет руководства, то это не война. Я слушал, да. Вчера была годовщина основания ДНР. Вчера операция украинских войск началась 2 мая. То есть месяца целых они были де-факто независимые. Понимаете, если бы мы тогда проявили свою волю, украинцы не сунулись бы туда. Точно так же, как они не сунулись в Крым. Там что, не было украинских войск? Да завались. Но... Знаете, когда пройдет история, всегда легко, вот мы задним умом все крепки. А на чем нам допустим, надо, даже вы прав, а на чем нам надо строить прогнозы, что как теперь на это опыте? Делать? Да, именно после этого, значит, нам надо действительно призвать регионы Юго-Востока выборы не признавать. Ну, я думаю, они это сами сделают, без нас, да? И чтобы они обратились к нам за помощью, вот и но, все. Кстати, то есть это война, вот в нынешних условиях, это точно война. С кем? Как с кем? С кем? ФСУ и... Армия голосовала против Порошенко на Донбассе. Больше половины вооруженных избирателей было против него. Если они приказ получат, они военные люди. Нет, послушайте. Да ничего они не получили. Ну, они не получили в Крыму приказ. Ну, в Крыму не получили. Нет, получили. А там получат. Не сдаваться, не уходить из баз. И что? Большая часть перешла на службу вооруженные силы России. Нет, в рассуждениях Николая Николаевича, конечно, есть рациональное зерно. Он абсолютно прав. Вы поймите, дело вот в чем. Значит, если там произойдет вот та ситуация, о которой он говорит, то есть вот эти качели, условно говоря, это да? Вопрос, если. Пока он об этом. Так вот, хорошо, это, допустим, так вот, если вот эта вот ситуация качели произойдет, то это действительно даст старт новому Майдану, условно говоря, на Украине. Я в данном случае слово «Майдан» беру в широком понятии. Ну, да? Понятно, почему? Он, во-первых, может коснуться отдельных регионов. Это первое. Второе. Совершенно очевидно, что те политические силы, та же Юля, вы что думаете, она сидит, значит, и все сдала, и все забыла. И, значит, ну, Юля Тимошенко, да? Ну, конечно, да. Полными именами. Да, Юля Тимошенко. Да нет, она ждет звездного часа своего, понимаете? Чтобы поднять своих. Потому что ни один из них, уж Юля Коломойский, считай, ну, Зеленский, Коломойский, они никогда не допустят, чтобы Порошенко пришел на второй срок. Потому что они прекрасно знает, если Порошенко придет на второй срок, вот здесь репрессии в отношении их будут уже носить звероподобный характер. Он уже больше им вот этих вот не простит. Не простит, понимаете? И там будут копать по полному. И даже будут использованы, условно говоря, силы там всяких спецназов и спецопераций. А Зеленский тоже говорил, что он посадит в тюрьму Порошенко. Значит, Порошенко тоже отступать некуда. У Зеленского пока нету административного ресурса. Тюрьмы-то нет с вами. Да, а у Порошенко есть. А Порошенко спит и видит, чтобы ему пригрозили так, чтобы он мог сбежать в Майами и стать уважаемым политическим беженцем. Ну, это вы так зря думаете. Почему? Мне кажется, его ему просто так не дадут сбежать, да. Если там придет к власти Зеленский, ну, Коломойский. Это вопрос сложный, потому что за Коломойским стоят другие силы европейского толка, не американского, а европейского, и они достаточно мощные. Проблема в другом. Проблема в том, что для того, чтобы поднять людей, как это, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. А вот мне тоже кажется, что никакого Майдана не будет. Вот не будет никакого Майдана при прочих разных условиях. Коллеги здесь заблуждаются. Майдан могут поднять либо внутренние люди под угрозой смерти. Условно говоря, Тимошенко посидела в тюрьме, ей там не понравилось. И если она поймет, что ее могут посадить снова, она... Ну, тогда она призовет. Да мы не про Майдан говорим в том смысле, как в Киеве, в центре. Да понятно. Я говорю, Майдан, какое-то народное сопротивление. Да. В каком-нибудь, условно говоря. Да. Либо должен появиться человек, который, соответственно, ну там, как Богдан Хмельницкий, который будет специально это все дело поднимать. Я пока такого человека не вижу. Кроме того, мы все время забываем, что... Да, вот когда говорится, что типа мы должны, да, мы все время забываем про то, что мы находимся в ситуации, ну, все-таки, когда мы являемся державой мирового уровня. И нам придется эти темы обсуждать. И в Брюсселе, и в Вашингтоне, зачем? И в других местах. Не очень зачем обсуждать? Мы не сможем этого секундочку. Избежать. Это почему невозможно. Не сможем? Ну, потому что не сможем. Ну, Крым смогли. Почему? Без Брюсселя как-то, да? С Крымом? Я тоже думаю. О чем нам говорить, европейцы? Правильно.
О чем нам с ними говорить? А я не уверен. Они наш торговый партнер крупнейший. Нам с ними как-то надо разговаривать. От нашего газа, что ли? Я не уверен, что... Откажутся. Да брось. За время. И у них рухнет вся промышленность. Я не уверен, что мы не обсуждали. Они вон расплакались, сейчас истекает двухлетний срок. Нет, я имею в виду не транзит, а нашего присутствия в европейских этих структурах, да? И они боятся, что если этот сейчас двухлетний срок истечет, и все уже будет задвинута заслонка, они уже вон панику какую подняли. Была информация сегодня, что Россия уйдет, а что мы будем делать без России, понимаете? Да. Поэтому, когда мы говорим, что мы будем вынуждены говорить с Брюсселем, о чем нам действительно с ним говорить? При чем тут Брюссель-то, собственно говоря? Вы изоляционисты, я уже понял. Коллеги, у нас, к сожалению, заканчивается время. Украину сдал, это правда. Вы очень такие серьезные темы. Я не совсем с вами согласен, но уже некогда обсуждать. Спасибо, что пришли. До свидания. Мы тоже сами с собой иногда...